Ребята, несмотря ни на что, у нас продолжается стройка. Продолжаем делать крыши. Привезли 100 профилей. Это мы рассчитались за старый долг, благодаря вам. И взяли опять новый. Потому что стройку останавливать нельзя. Нельзя, ребята. Наша жизнь, она состоит из стройки, из добывания, из воплей, из радости, из горя, из боли, из счастья. Жизнь в приюте очень бурная. Иногда сидишь и думаешь: Господи, только бы не захлебнуться, только бы не утонуть. Люди, помогите, пожалуйста. Давайте будем людьми. Давайте помогать друг другу, как это было раньше, когда мы были с вами октябрятами, пионерами. Я говорю о моем поколении, ребята. Мы тогда свято верили в добро, и оно было. Мне очень жаль, что мы не смогли сохранить это для наших внуков, даже для наших детей не успели. Тем не менее, упустив что-то самое важное, мы сейчас собираем осколки и пытаемся слепить все заново. Ребята, будьте умнее нас, будьте милосерднее нас, будьте добрее нас, будьте мудрее, хоть вы и моложе. Помогите нам, пожалуйста. Лонгик у нас Стербунов, один из тех, кого нам удалось спасти. Возможно, в плечо ударил дротик. Мы не знаем, откуда у него свищ пошел. Они стреляют грязными дротиками, которые используют по 10 раз. Скорее всего, я думаю, что это получилось, потому что удар в лопатку. Свищ у малыша оказался тяжелым. Сверху была небольшая рана, вздутие, а все пошло в глубину. Но, слава богу, ребенок уже чувствует себя хорошо тоже. Мы назвали его Лонг. Лику взяли у нас, побыла немножко, и потом ее вернули. Нашу малышку лохматую, с папилломой в глазике, тоже сегодня прооперировали. Папилломы удалили. Пару дней девочке будет больно. Но чем чаще капаешь глазик, тем меньше жжения. Девочки окажут помощь, все будет хорошо. Малышку тоже прооперировали. Все будет хорошо обязательно. Волонтеры привозят помощь.
Друзья, огромное вам спасибо. Благодарю вас. Ребята, тема корма продолжается. И пока будет оставаться еще даже хоть один день до Нового года, хоть один час, я все равно буду просить вас, друзья, спешите делать добро. Спешите делать добро в этом году. И возьмите его с собой в следующий. Ребята, мы собрали на корм и закупили его. Его хватит приблизительно до 5 января. Плюс-минус 2 дня. Ребята, я ведь не просто так прошу. Это за спиной 1500 животных. Вы понимаете, что они будут брошены на эти праздники? Мы останемся совсем одни. Друзья, все, о чем прошу, помогите нам кормами, я вас умоляю. Ребят, если можете перевезти корм сами, друзья, пожалуйста, привезите сами. Я прошу корм, ребята, любыми средствами, помогите нам, умоляю вас, собрать корм. Ребята, в клиниках у нас бешеные долги, вы также можете оплатить их сами. Я прошу у вас помощи для оплаты наших долгов. И эту оплату произвести вы можете сами. У нас огромный долг в клинике «Альтаир». Я прошу вас, я напечатаю вам и кому угодно реквизиты этой клиники. Впереди Новый год. Он меня страшно пугает, просто страшно пугает. Раньше я его ждала с такой радостью, с таким счастьем. А сейчас, ребята, я его жутко боюсь. Я страшно боюсь каждый Новый год. Потому что январь для нас – это полумертвое существование. Это постоянная нехватка корма. Ребята, я прошу вас, празднуя, встречая, радуйтесь. И, пожалуйста, поделитесь с нами каплей вашей радости. Прошу вас, пожалуйста, люди, будьте милосердны. Будьте добрыми. Пожалуйста, бездомные, это же наши. Наши с вами бездомные. Те, что носятся у нас под ногами в городах, в селах, на обочинах, в полях. Это общество наше такое, ребята. Мы жутко стали бездуховными. Но доброта, она должна быть. Прошу вас, мои дорогие. Прошу вас. Лохматая душа обращается к вам за помощью.